народ, привет! Хочу сегодня пообщаться с вами, спросить совета, особенно у тех, кто смотрит постоянно меня, мой супер любительский, абсолютно непрофессиональный канал. Вот, хочу вас узнать, сейчас, наверное, обратили чуть внимание те, кто следит за жизнью моего канала, что стараюсь видео чаще выпускать, стараюсь как бы видео выпускать не ради видео, а видео те, которые на те темы, которые непосредственно меня интересуют. Хотел посоветоваться с вами по поводу не то что формата видео, формат, в общем-то, я не знаю, не задумывался, стоит ли вообще его менять, может быть, и стоит, вам как бы виднее. Вот. Я хотел спросить насчет продолжительности видео. У меня, как знаете, видеотесты, они у меня такие достаточно продолжительные получались раньше. Сейчас я чуть попытался, если посмотреть на хронометраж, попытался чуть продолжительность видео уменьшить, потому что некоторые люди мне говорили, что слишком длинные видео на ютубе никому не интересны. Вот. Как бы видео длительностью 15 минут — это как бы оптимал. Вот. И чего хочу вас узнать, спросить. Вот, на ваш взгляд, стоит ли мне, допустим, придерживаться этого стандарта? Я не знаю, это ютубовский стандарт, как бы это народный стандарт для видео на ютубе. То есть больше 15 минут народ уже начинает зевать, народу уже неинтересно, как бы уже это все не то. Вот. И видео хочется выключить. Ну, не знаю, поэтому решил, да, у вас спросить по этому поводу, чтобы вы высказались, да. Это такой первый мой вопрос, мое первое обращение такое, первый пункт моего обращения сегодня к моей публике. Вот. И второй момент, пообщавшись недавно с одним человечком, как бы у меня более, как бы так, конкретней просветил насчет майнинга. Ну, я понимаю, что майнинг сейчас это уже как бы далеко не пик. Вот, наверное, вот весь ажиотаж уже сходит потихонечку на нет, вот этот эфир, все дела. Чего хочу спросить у вас? Компьютер, хочу компьютер собрать, так или иначе мне нужно собрать компьютер. Конечно, не позарез, я свои видео, я монтирую просто в архаическом любительском мувимейкере. Вот. И мне моего ноутбука на Core 5 хватает не вот так, а вот так. Вот. И что хочу спросить, да, вот собираюсь собирать комп, не знаю когда, все зависит, конечно же, от финансовой составляющей, потому что, да, больше как бы никак, без этого, в смысле, никак. И вот хочу чего узнать. Стоит ли заморачиваться, взять, допустим, эту родеоновскую карточку, мощную, там, допустим, за 30 косарей рублей, вот, и начать потихонечку майнить. Ну, как народ там на форумах пишет, что, по идее, карточка такая сейчас будет день приносить в районе 5 долларов. Вот. Но с учетом того, что мне комп все равно собирать, что карточка мне все равно будет нужна, вот стоит ли начать попробовать с одной карточки, да, то есть пойдет ли, если дело пойдет, вот, у меня, да, стоит ли потом дальше как бы развиваться, взять еще одну там карточку в этом плане, вот, или на ваш взгляд, допустим, да, майнинг в ближайшие 2-3 месяца прикажет долго жить, и на этом вопрос как бы и закроется. Вот, не знаю, у человека несколько там, вот, с которыми я общался, несколько карт там есть. Вот, ну, суть не в этом, сколько. То есть там ему в месяц это все дело приносит дохода, ну, порядка где-то 1000 долларов. Это, конечно же, прекрасная такая сумма,
для меня это была бы отличная как бы строчка дохода в моем вот этом вот бюджете, да. Стоит ли мне как бы на этом заморачиваться, как вот вы считаете? Вот. Все вот эти как бы нюансы, да, вот по поводу там электричества, вот это как бы, да, я все в курсе, но, допустим, просто откинуть вот это все, отбросить вот эти все вот разговоры о электричестве и тому подобное, именно интересует тема майнинга, стоит или не стоит, или я слишком как бы решил метнуться поздно, да, вот. Отпишитесь по этому поводу мне. Вот, кто в этой теме прошарен или кто этим занимается. Вот, интересно вот узнать мнение людей, которые на практике. Да, я с человеком пообщался, который, он говорит, ну, можно, конечно, это сейчас поднимать, это все дело, но в любом случае срок окупаемости получается где-то там 6-7-8 месяцев. Вот. Конечно, тут как бы бабка надвое гадала, накроется ли криптовалюта через вот этот эфир, это все рухнет, это все через месяц, это через два никто не знает. Ну, получается, даже если я попробую это дело, вот, ну, не получится, у меня останется как бы отличная видеокарта, да, вот, как бы уже там для своих там каких-то нужд. Ну, вот так вот. Впрочем, как бы именно видео из-за этого как бы написал. Сейчас в преддверии 8 марта, ну, есть еще там неделька с хвостиком у меня, но у меня, как всегда, ритм какой-то там, внеплановые какие-то моменты, поэтому мне приходится все делать предварительно и с запасом. Сейчас в преддверии 8 марта, вот, и занимаюсь сейчас вот этими вот, да, делами. Ну и когда есть вот свободная минуточка, вот так вот с вами пообщаться, решил это видео записать. Буду всем очень признателен за ваше мнение, но что хочу попросить, ребят, не надо, кто в курсе, не надо кидать вот эти все, мне там, это какие-то там ссылки на то самое дело, чтобы я там почитал, я эти все ссылочки как бы себе смогу найти сам. Интересует мнение, интересуют слова именно практика, именно того человека, который действительно как бы это все вот на себе вот дело вот по поводу этого прошел. То есть это в любом случае приветствуется, мнение практика. Ну и мои как бы постоянные подписчики, буду очень рад слышать ваше мнение по этому поводу. Все, на этом пока что прощаюсь. Желаю хорошего дня, позитива. Скоро увидимся и услышимся снова. До новых встреч. Да, кстати, всем приятного обеденного кофе. Хочу осуществить свою мечту. Надеюсь, что не в очень отдаленном будущем. Очень хочу купить машину, ну просто обожаю лото. Вот, ну, пока что удовольствие. Лично для меня кофемашина как бы не дешевая. Вот. Все, на сегодня с подарками я закончил, так что дамы, надеюсь, будут довольны. Все, приятного аппетита. До скорых встреч.